Садыр Жапаров направил благодарственное послание президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по итогам официального визита в страну. Глава государства поблагодарил своего коллегу за высокий уровень организации официального визита в Туркменистан и гостеприимство, оказанное кыргызской делегацией. Все мероприятия, прошедшие в рамках визита, в частности, двусторонние встречи с вами, были в конструктивной и доверительной атмосфере, став еще одним историческим этапом в развитии кыргызско-туркменских братских отношений. Я очень рад, что некоторые договоренности, достигнутые в ходе этих бесед, уже начали реализовываться, отмечается в послании Садыра Жапарова. Он выразил уверенность в том, что братские отношения и стратегическое партнерство между Кыргызской республикой и Туркменистаном будут и дальше расширяться и углубляться на благо двух народов. Садыр Жапаров пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Кыргызстан с ответным визитом, пожелал ему крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, а братскому туркменскому народу мира и процветания.